решил. Так, что-то тут поздня такая, ебать, тут самолет в пиздец на 2,5 да. тысячи. Нет, нет, там же это дело. Сколько еще? Блин, 7 контактов я точно вижу. Сам 8. Быстрее лезть наверх. Блять, ну самый верхний нахуй, что там? Як нахуй. Да здесь примерно равные высоты все. О, дали. Дороги. Погнали. У меня вообще, блядь, из Джои сборная солянка, блядь. Рус майкрософтовский, блядь. Рут от Вардхога, блядь. Я сеть пытать лямку говна. Ух, блядь, что загрузка такая стала, я не понял. Не, война, конечно, веселая. Я тут не пострелял. Миссия. Видел два якоря в буде, наверное, все кончилось. На форуме кто-то отписывается, то ли на этом, на сухом. Что чувак какой-то. Два сквада подтащил в бок бомберов, еще кого-то. Типа полетали здесь. Особливо увидели этот прицел для пешки. Обрыгали все. Обрыгались сами. Сказали, что нам такой хоккей не нужен, блядь. И куда ушли? В Боба. В Боба. В Боба. Тундрабобу, блядь. В Бобе для бобров, наверное, правда, то есть селее, но нормальный прицел, чего-то не представить. Я к тому, что это у реального пилота была штурманская кабина, где были приборы, но у нас да. Этого счастья не было. Как сказку, что ли, люди попали. Не знаю, по идее, надо было бы радоваться, по-моему, так это наоборот, кто-то лучше, что-то да. Вообще делает, блядь. Не, я к тому, что это же гораздо лучше, чем в старичке, где вообще не было. Ну да. Там ни сноса, ни ветра, ничего не было. Примитив. Поставил треугольнички, совместил, и вот это бомба не будет. Охеренно, это трудно. То есть там можно было бомбером вообще не убить. Минут за 5 лет можно было. Ну, если еще цели на майонез. Я так не понял, им что им конкретно не нравится. Интерфейс бомбера в кабине, вот. Где прицел стоит, где скорость ветра, все. Или, блядь, само попадание. Что, они уже бомбили и не нравится, что там не нравится, я тоже не понимаю. Ну, им кажется, я понял аркады, что им как бы все. Ну да. Как бы именно на да. как быстрыми подсказками. А что вы хотите? Вы хотите кабину, чтобы они хотят сложности, с приборами? Но... Так я какая разница? А потом как ты представляешь? Потому что в реале, блядь, советские бомбы имели, блядь, раз через раз взрывались нахуй. Силу меньше имели, чем, блядь, и СС-шки, да, блядь, больше, кстати, там зачастую и это потом все к тому и сойдет. К реализму. Это что? Потом опять будут плакать, блядь. Всегда будут, как не сделали. Без разницы. Главное, упертый же, блядь, считает, что они все супербомберы, блядь. Все умеют, им сложности подавай, а на остальным похуй. А потом говорят, да народу нет, что мне интересно летать. Им, блядь, ясно дают, что, блядь, основная масса, на кого они рассчитывают, это оффлайнщики, блядь, и те, кто придет с тундры. И все. По-моему, так вот выразил. Конечно, я постольку, поскольку, да. Блядь. Че, их столько плешка, блядь, конечно, например. Еще? 8 хенок строим. Ага. Так, шик. Только, блядь, 3 якоса. Вот. У Султана. Тут завертаться на стыке этот вообще. И друг друга еще и хуяют. Бля, она там на бреющем все. Все. На бреющем. Еще одному повышенечко.
заебали, без крыльев летают. А вот еще мой без крыла летает. Заебали нахуй. Театр коллег. Так. Где? Где пища? Блин, я же знаю, что все получится. Я буду на пьющий писал с добрым свалки. Опа, когда кто-то за кем-то тянет. Давай. Я не знаю. Самое замечательное, что я еще и за мной. Так, ну что там, у Вулчера пьющий? Да. Что там, блядь, там? Ну я на дыхе, блядь. А, вижу. Прям подобный кого-то слуху. Высотные наши есть кто-нибудь на Декхилдон? Ну, у меня 1600. Нет, это там на 3-4, на 3. Точно. 3-4. Картун. А, Картун 2. Ну, это, наверное, Картун в соседнем канале сидит. Мне сейчас топливо кончится, полетал, блядь. Пострелял, топ, блядь. На пушку стрелял кое-как. И ведь реально мы же с ними-то их не учим, да, блядь, в сессию. Они же прям реально взлетают. По низам быстрее до филда. А чё за бред-то, блядь? В чём радость-то, победа? О, всё умиловато, сука. Да? Чёрт, вот я сейчас точно пройду, точно. У меня осталось 10% тепла. Филдэк, а как ты это узнала где-то? Ctrl-E нажал, не вижу. Ну вот, их всех слупал. Не говори. Пищевая пирамида обрушилась. Десерт, честно говоря, не голодает. На 150 иди. Двоезная эмиссия не тянутся. 150. Кто-то вверх выпрыгивает. Сколько там? Дыры пока. Да сука, еще два без крыльев не засчитали, нахуй. Ебано, вот бы 7 было, нахуй. Так. Ага, у меня 6 экранов. Отлично. Упс. А еще один день миротворец. Так. А, вот они, блядь. Около филда, севернее филда. Мяско на коляске. Паровозик чутки. И я, по-моему, локомотивом на паровозе. И прям тянутся вверх.
Верь. Так, на высоте у нас мессер нас кроет, нормально. Ой, как тянется. И как бы в тебя попасть вот, вот так вот. 8%. Ну что, на трех он заглохнет, нет? Кто я знаю. Я просто знаю, что я глохнут на трех. 5% на шестерка сейчас подарит. Так, мессер бежит. Опа, не тянется. Давай. Блять, проскочил. Ладно. Повторяем. 5 на нашего, 6 на. 5, чувак, держись. 5, еще один на нашего. О, да, пароводик. Блять, да сколько у вас тут, ебать? Ой, блять. Ух. Блять. О, ништяк. Ты че гоняешь, как три раза уже полетел? Ёбаный рот, у меня 6, Серега. Я меня зажги, сука. Вот это высотный хатрон, блядь. Ой, блядь. Не в игре. Блин, зараза, мне еще рука заелась. Я его отключаю. Серый, ты где? Я взлетаю. А, ты уже, я уже взлетел. Так. Ну, а поверху этот картон входит, блядь. Меня на верхней точке подстриг. Так. Потом я... еще кого-то. Я тоже в эту хуйня, блядь. Это все скорость преследует. Угу. А, Серега, с ближнего подъема. Чё? С ближнего сидите. Да. А, давай, я тебя сейчас справа исправилась. В самом вираже? Да, я совсем рядом. Чуть налево перехожу. Блин, а чё у меня стабилизатор неправильно поставлен? Ну чё, Олег? А, блядь, сука, не довернул нахуй скорость, охуенно. Хоть они тут ходят пачками нахуй, блядь. Знаешь, но надо поверх позаловить. Надо наверх. Блять, куда ты, сука? Ну точно он поверх уходит, не покурил. У меня 6, Серега. А не давай. Yeah. Ой, это самый лучший. Ну давай. Все бросили меня. Помог. Поворачиваюсь, помогаю. Так, там тоже. За филдом сразу. Давай помогать. Да, везде да, с красным. Да, я вижу. Так, там на воске. У вас там 6. Так, самый верхний это есть Мерседесик. Вот, он не вытягивает. Аркан не пролетел, блин, справа сзади вот этот гараж.
спит. Если бы я хотел что-то. А, ну вот как раз. А, вижу, ну у тебя сейчас будет чисто. Ну вот с лекарем сейчас разминулись, вот он сейчас в правом вираже перед ним. И смотри, перед ним еще один отбор. Так, я уже восьмерых ебанул, а блядь, надо разогнаться еще. Понятно. Даша вытаскивает одного, вытаскивает. Ты чего? Я чуть-чуть зашел с набором. Вот-вот-вот, вытягивай, вытягивай. Встречай. Так, я его выстрелил, переключился. Тут развалили. Меня прохуярил. Блин. Там их трое было, двоих развалили. Третий тебя. Ага. Так, я прям с тобой. Но он это тянет. Прям. Письмо зовут. Блин. Я чуть не понял. Блять, вот дымящийся, по-моему, летает и летает. Ну он приклеился, блядь, бежит. Да, да, да. Прям идет за тобой. Мои пробил, мои пробил. Где вы все? Ай. Так, пулеметиков. Да вот там же и остались. Я вас смотрю на поляне, наверное, нет никого. А, вон вы где, вижу. На. А мне пулеметиками попадал, пушка еще не попал. Блин, ну, слушай, я... В облаках, да? В облаках? Да. А ну что там подо мной где-то? Так, я под... Ой, блядь, еще на три яка. Так, вроде вижу. Ага, опять. Так он там спасение. Так, тяни, захожу на якоря, который притягивает. Нахер. Надо выше. Опа, блядь, у меня надо закончить. Бать. Ну что ж ты так питаешь? Руляешь направо, налево. Эх, блядь, патроны кончились, сука. Я, блядь, Это я мальчуган на одного. Бля, ты рад, что не садила, а она летит. Ёптать. Ну что ж ты луналики, блядь? Здравствуй, земля, что ли? Или вышел, блядь? Вышел. Так, вышел. Я под облаками. Ну, короче, две таблетки. Сожрал и находит. Что, вы там еще летаете под облаками? А? Так, я выше буду. Так, ладно, я падаю к тебе, Серега. Так, вот там вот, на восток. Влево, влево, под облака свалил влево. Блять, я нет, так, так, держись чище. Кого ты нашел? Да он за тобой о, идет, Серега? Красиво. Да. Так, я справа. Я тебя вижу. Что сейчас? Сейчас я его прямо поведу. Меня один не прыгнешь. Я тебе скажу, куда прыгнуть. Отлично. Блядь, пизда, движки. Да ебаный в рот. Ну что за хуйня, Серый, я ухожу. Движки пизда. Ладно, хорошо. Блять, я не дотянул. Блять, я не дотянул.
стал. Они с дальнего приходят, он надо мной прошли. Где я, блядь? Ну... Один ушел, а второй идет. Ну ты-то, блядь, дымный, ну ты-то куда? Ёбаная ты чапчерица, блядь. Ну вот куда он? Еще с огрызком крыла летит, ну это пиздец вообще. Чё тут, где тут есть какая-нибудь ближайшая деревня, блядь? Чтобы велик взять, блядь. Да, он, блядь, в деревню какую-то, блядь. Пойду возьму какой-нибудь джип, нахуй, блядь. Спичу. Замокончено, приходи. 9 битых. Тебе настырный сейчас я и добавлю. Как бы хотел же, блядь. Шел раз, нет? Ремаркер. Ремаркер. Я здесь, блядь. Ремаркер. Ох, у них опять тут. Из вас высотный пришел. Опа, блядь, партизаны бегут нахуй, на нахуй. Я отстреливаюсь тут нахуй от партизанов, сука. Сука. Двоих вальнул нахуй. Так, это у меня уже 8. Так, плюс 2 партизана, уже 10 киллов.